Бонжорно, мои уважаемые господа геймеры и просто люди, попавшие на мой канал. Всем очень рад, и мы сейчас проходим The Walking Dead 40 Days. The Walking Dead 400 дней, DLC, которая вышла недавно, и предыдущие двух персонажей мы только что проиграли их истории. Посмотрите у меня на канале, я прикреплю ссылочки. Так, ну и давайте сейчас будем, наверное, за Винса. Да, давайте за Винса. Господи, я тебе уже говорил, что это не я. Чел, успокойся, я же тебе говорил уже 20 раз. Я даже не знал твоего брата. Твою мать. Я не успел. До выстрела. Это... А, это еще... Да, это, то есть, их прошлое показывает, что произошло. Да ствол уже надо спрятать. Чё ты убил кого-то? Давай вон там. О, как я. Давай, прячь, давай, побежали. Твою мать. Мы избавились от улики. Поймали, что ли, нас? Да. Винс. 2 дня спустя. Да ладно тебе. Не могу... Чё это? Не могу услышать это дерьмо уже 2 часа. Думаешь, скоро все прояснится? Я тебе что, предсказатель? Должен был уже отдыхать час назад. Ладно, расслабься, это не твоя проблема. В чем твоя проблема, мэн? Что? Какого черта ты знаешь? Господи, ребята, прекратите. Что ты хочешь, придраться ко мне? Эй, Винс, Джастин хочет придраться ко мне. Успокойтесь, застранцы. Это он начал. Эй, парень, как насчет, чтобы открыть окно? Это тюремный автобус, придурок. Эй, видишь того парня? Я думаю, он живет в этом грузовике теперь. Я думаю, ты украл у него собаку. Я ничего не крал у этого парня. Это лучше, чем красть его девственность. Сколько раз я тебе говорил? Снова начали. Меня случайно обвинили. Мы все в одной лодке, хватит спорить. Мне это не нравится, знаете. Мне моей девушки реально не хватает. Я думаю, она на тебя сильно злится. Она со мной не говорит. Очень плохо все. Я ее голос не слышал почти месяц. Реально скучаю. Да забудь ты о ней. Не стоит держать это в себе. Я думаю, ты не понимаешь. Думаю, не понимаешь, что Дэнни... ты ей жизнь испортил. Ой, белый воротничок заговорил. А сколько жизней ты испортил? Кого это волнует? Ты что, не понимал, что ты сделал? Я своровал. Я это умею. Ты врал под присягой? Блин, да что они говорят? Идите в задницу. Нет, что с... А, я не успеваю. Ой, давай, сломай меня. Что-то там такое было. Знаешь, это не смешно. Я ни о чем не жалею. Понимаешь, во всем, что я... Я понимал все, что я попаду, и вот я здесь, парни. С Уолл-стрит даже делают то же самое и улыбаются с телевизора. Долбанный Уолл-стрит. Да, долбанный Уолл-стрит. Сколько ты вообще своровал? Достаточно. Пару сотен тысяч? Немного больше.
Миллион. О, парень. Когда выберемся отсюда, у нас будет бизнес. Ты я, Винс. Знаешь, я не знаю Винса. Я не виновен. Я не виновен. Ой, да хватит же придуриваться. Как и ты. Винс-то врун, я знаю, что он сделал. Пошел-то. Пошел ты. Ух ты, задело. Пошел ты, пошел я. Да пошел ты, твою мать. О, господи. Отпусти его. Отпусти его. Эй, чувак. Он убьет ее, Винс. Пусть охрана разбирается. Да мы должны вмешаться. Мы не можем это вмешиваться, Дэнни. Помоги ему, Дэнни. Слишком короткая цепь. Отпусти его, застранец. Да разберитесь же, давайте. Отпусти его, застранец. Да, во. Выруби его. Да как? Что? Твою мать, какого хрена? Господи, что произошло? Что ты сделал, пацан? Этот парень все еще жив. Сними с него наручники. По-моему, это очень зря делаете, если уже наступил постапокалипсис. Ну. Что это вообще было? Он дышит? Фак, ты должен позвонить кому-нибудь, чел. Что? Я звоню, стой, подожди меня. Ты убил этого парня, понимаешь? Мне нужна минута, мне нужно подумать. У тебя нет минуты, заткни свой рот. Все успокоимся, всем нужно успокоиться. Ситуация и так плоха. Он прав. Давайте глубоко вздохнем. Хей, хочешь еще раз нажать на курок? Правда хочешь? Спасибо. О, уже жрут, ты поглянь. Ты это видишь? Давай. Да, вижу. Да, давай, увози нас отсюда. Вы никуда не поедете. Да давай, двигай автобус. Оставайся там, мы в безопасности. О, понятно. О, господи. Эй, позвони кому-нибудь. Ты должен... Он просто убежал. Он просто бросил нас. Какого черта? Назад, назад. Он нас не достанет. Ты уверен? Нога не позволит ему. Черт. Ты можешь помочь? Найдем оружие. Найдите оружие. Какое здесь оружие, придурок? Где пушка охранника? Да, пушка охранника, хорошо придумал. Где она? Думаю, под ним. Черт. Давайте О. Кю-кю-кю-кю-кю, долбим. Давай, бери, Винс. Берем. Стреляй в этого засранца. Вот это крутое. О, что это? Ой, простите. Поверь. Нет. Нужно выбраться как-то отсюда. Черт. Можем, типа, пройти через
if we can get out of these chains. Nothing. Давай постреляем. Need those keys. Нам нужны ключи. Какие ключи? Может быть, они у него? Я не успею. Мы должны выбраться что-то отсюда. О. Maybe we finally caught a break. Danny, hey, buddy. Дэнни, эй, парень, ты. Fuck. О, черт. Дэнни, что ты сделал? Не успеваю. Вин, стреляй в них. Давай. Я думаю, ты его только разозлил. Да, мне так тоже кажется. Цепь, давай постреляй в цепь. Блин, бесполезно. Да стреляй уже. Не сработает. Да, не сработало. Как же мы выберемся отсюда? Должен быть способ. Нет способа. Может быть, цепи отстрелим? Если выстрелить в это кольцо, то все вылезем. А что, если отстрелим ногу? Ты понимаешь, что произойдет? Как мы по-другому выберемся? Дай пушку. Мы должны это сделать. Назад. Я должен выбрать. Давай тебя. Простите, брат. Не-не-не-не-не. Я не хочу. Я имею семью, пожалуйста. Блин. Ай, господи. Господи, не сработал, давай еще. Какая... Блин, мне тебя жалко. О, господи. Давай, давай, вынимай, побежали. Да. Господи, да пристрели его уже. А, о, господи, какая жесть. Блин. Какой жуткий эпизод. Ладно, всем большое спасибо, что смотрели на меня. Подписывайтесь на канал. Положительно оценивайте это видео. Смотрите предыдущие серии. Всем большое спасибо, удачи, пока.